и коллеги! Вас приветствует методический и консультационный центр Pilot LT. В этом видеообзоре я расскажу вам о сверхсовременном языковом курсе для взрослых Language Hub, который совсем недавно был выпущен издательством Macmillan. В комплект этого учебного курса входят Students Book with App, Workbook и Teachers Book with App. Мы детально рассмотрим Language Hub в формате дистанционной работы с нашими учениками, ведь именно онлайн-обучение сейчас актуально как никогда. Основной компонент курса – это книга для учащегося. В рамках каждого занятия ваши ученики будут гармонично развивать все основные языковые умения и навыки. Кроме того, данный компонент откроет вашим ученикам значительные онлайн-возможности. Внутри этой печатной книги каждый ученик найдет код доступа к специальной образовательной платформе macmillaneducationeverywhere.com. Этот код действует 15 месяцев с момента активации. Создав свой личный кабинет на этой образовательной платформе, каждый ученик получит возможность воспользоваться ссылкой для скачивания специального образовательного приложения для студента. Это приложение можно установить как на компьютер, так и скачать на свой мобильный телефон. Установив данное студенческое приложение на свой компьютер или мобильный телефон, ученики получают доступ к следующим дополнительным материалам. Первая вкладка «E-book» – это цифровая версия той печатной книги, с которой вы работаете на занятиях. Каждое отдельное упражнение может быть увеличено. А нажимая на эту вкладку справа, вы можете прослушать встроенную аудиозапись для данного упражнения. Hello and welcome to... Такая же функция существует и для видеозаписи. Вторая вкладка – это ресурс под названием Preparation and Practice. Это более 300 упражнений для самостоятельной отработки всего изученного в классе. Здесь ученики могут потренироваться с грамматикой, лексикой и произношением, например. Все упражнения интерактивны, с возможностью моментальной проверки своих ответов. В разделе Listening Practice ученики поработают над аудированием, а над навыками чтения они могут поработать в разделе Reading Practice. Есть возможность потренироваться в устной и письменной речи. Итак, например, в разделе Speaking Practice у учеников даже есть возможность записать свой устный ответ и потом отправить его на проверку своему преподавателю. В своем образовательном приложении каждый ученик может потренироваться с данными упражнениями и немного в другом формате. Это формат Challenge, который представляет из себя те же интерактивные упражнения, но уже в виде игры. Выполняемые упражнения проверяются системой автоматически, и на основе этой проверки каждый ученик может отследить свой индивидуальный прогресс. Кроме того, в данном приложении ученик может выполнять домашнюю работу, которая была назначена его преподавателем, и в дальнейшем отправлять ее на проверку. Последняя, третья вкладка в студенческом приложении – это Students Resource Center. Переходя сюда, ученик попадает на образовательную платформу, где найдет доступ к дополнительным ресурсам. Здесь будут представлены аудио- и видеоматериалы к учебнику и рабочей тетради, с которыми он работает, word lists, а также скрипты. Безусловно, век современных технологий и практически круглосуточного использования смартфона данный вид организации самостоятельной работы придется по душе очень многим преподавателям и их взрослым студентам. Давайте рассмотрим, что необходимо преподавателю для организации эффективной работы на курсе Language Hub. Ключ к широкому набору дополнительных ресурсов – это книга для учителя. Эта печатная книга содержит поурочное планирование, методические рекомендации и дополнительные идеи для множества ваших занятий. Внутри этой книги преподаватель найдет специальный код доступа к образовательной платформе Macmillan. Код действует в течение 24 месяцев с момента активации и дает возможность создать свой личный кабинет преподавателя,
Давайте рассмотрим, какие именно возможности в этом кабинете нам предоставляются. Переходя сюда, мы найдем специальную ссылку для скачивания приложения на наш компьютер. Это приложение будет отличаться от приложения ученика и предоставит нам массу дополнительных возможностей. Сейчас мы посмотрим, что именно мы можем сделать, скачав это приложение на наш компьютер. В формате дистанционной работы данное приложение кажется просто незаменимым. В распоряжении преподавателя цифровые версии Students Book и Workbook, а также ресурс Preparation and Practice. Давайте детально рассмотрим их функционал. Цифровая книга для учащегося разбита на юниты, каждый из которых может быть загружен отдельно и в дальнейшем использоваться даже без подключения к интернету. Каждая часть раздела, с которой вы работаете на занятии, состоит из последовательности упражнений. Нажимая на каждое упражнение, вы его можете увеличить, а с помощью вот этих указателей передвигаться между ними. Таким образом, работая онлайн в Skype или Zoom, вы с легкостью можете продемонстрировать свой экран, и ваши ученики будут без труда ориентироваться в выполняемых заданиях, просто глядя на экран компьютера и работая в своих печатных книгах. Нажимая на эту волшебную кнопку справа, каждое задание будет преображаться вот в такой интерактивный формат со встроенными аудио- и видеоматериалами и возможностью демонстрации правильных ответов, как по одному, так и всех сразу. Безусловно, это очень удобно на этапе проверки. На панели слева вы увидите стандартный набор инструментов. Это маркеры, дополнительные текстовые заметки или выделитель. Абсолютно идентичным функционалом обладает и цифровая версия рабочей тетради. Во вкладке Preparation and Practice преподаватель найдет все те интерактивные упражнения, с которыми его ученики работают в мобильном приложении. В личном кабинете преподаватель может создавать классы и добавлять туда студентов, которые занимаются по данному курсу и имеют личный кабинет на образовательной платформе Macmillan. Здесь преподаватель может отследить их прогресс и увидеть, насколько эффективно и добросовестно ученики работают в мобильном приложении. Также отсюда мы можем перейти в ресурсный центр для преподавателя, где вы найдете такие полезные материалы, как Test Generator. Здесь вы либо воспользуетесь уже готовым тестом, либо создадите свой персонализированный тест для проверки знаний конкретной группы учащихся. Во вкладке Teachers Resource Center вы найдете все дополнительные материалы к курсу, с которым вы работаете. Это аудио и видео материалы для учебника и рабочей тетради с возможностью скачивания или воспроизведения прямо на этой платформе. Кроме того, здесь вы найдете скрипты, дополнительные раздаточные материалы, ответы к рабочей тетради и к учебнику, word-листы и даже переведенные word-листы. Потрясающей функцией этого приложения для преподавателя является возможность давать домашние задания своим студентам. Нажимаем на кнопку New Homework и выбираем студентов. Это может быть вся группа или индивидуальный студент. Следующий шаг – это выбрать непосредственно задание для выполнения. Выпадающий список – это упражнение из Preparation and Practice. Следующий шаг – установить дату выполнения домашнего задания и озаглавить его. Отсылаем студентам. И в данный момент каждый ученик получил пуш-уведомление на свой телефон.
Подводя итог, стоит отметить, что Language Hub – это потрясающее сочетание учебного материала и современных технологий. Цифровые ресурсы этого курса окажутся просто незаменимыми в образовательной онлайн-среде и точно не оставят равнодушными преподавателей и их студентов. Для организации эффективной работы вашим ученикам необходимо приобрести Students Book с соответствующим кодом доступа к скачиванию приложения, а вам, преподавателю, Teacher's Book со своим кодом доступа. Если данное онлайн-предложение оказалось для вас интересным, вы всегда можете обратиться к нам через сайт, по электронной почте или телефону. Мы всегда рады предложить вам индивидуальное онлайн-консультирование.